Всем привет, это группа The Headers. Конечно, очень жалко, что Анатолий Германович не дожил до этих дней, но его песни живут, и мы на них выросли. Печально, что его песни актуальны и сейчас. В частности, песня «Я остаюсь, чтобы жить». Только художник и поэт мог глядеть вперед, и это классика, а классика всегда актуальна.